Друзья, доброе утро. 6 утра, суббота, а я какого-то хера не сплю. Не сплю, потому что разбудили меня вот эти черти. Я думаю, заварю кофе, выйду. Выйду на улицу. Все просыпается. Ну, уже темно, уже все. Переходим на зимний режим. Цветочки. Ну, сегодня опять жарко будет. Я так халат этот зимний нацепила, но будет жарко. Значит, рассказываю. Не знаю, кто пожрал эти сосиски, но точно не собака. Две осталось, две. Ага, две. Вот он с утра выбежал, но ему неинтересно. Вообще не. А одну взял. Что ты с ней будешь делать? А, так поиграться видно. Короче, кто-то к нам в гости приходил ночью. Но мы не знаем, кто. Я вчера как этот мешок с картошкой вырубилась. Слушайте, соседи, конечно, у меня классные. Но все коробочки с семенами спиздили. Одна осталась. И то непонятно. Да. Чудеса. Этот красный у меня... Семена все пропали. А тот розовый... Розовый я насобирала. Я хотела красный. Ну, короче, будем без красного. Будем с розовым. Не, ну да, да. Лазят тут. Так что везде соседи одинаковые. О, красотки. Цветут с утра. Это с утра уже тут лазю. Лазю с утра, любуюсь цветами. А вон, смотрите, да, вот это цветет и цветет. Ну, красота же. 7:30 утра. Приперлась на базар, так как делать нечего. Сначала, наверное, куплю зелень. Ага, вон базилик тут какой красивый. У этих, у китайцев. Так, укропчик. Этот... Сейчас это, блядь, понабирает всего. Ладно. Сейчас вот этих я помидорки покупаю. Ага. Это американцы хорошие. Вот эти вот хорошие, конечно, на сушку. $18. Я не знаю, как их у нас называют, сливки. А кто-то напарфюмился. Сейчас я, наверное, да, куплю у них ведро этих томатов. Тут какая-то хуйня. Опс. С магазина эти, с бесплатки торгуют. Короче, я сейчас у них возьму этих 18 ведерко томатов и на салатик вот этих бурых. Короче, вот такая вот торба синеньких, $20. О, пожалуйста. И ведерко за $18 купила помидор. И все. Сейчас пойду зелень куплю. Зелень, чесночок. И быстро-быстро домой. Сейчас пойду эту красоту поснимаю. Цены, конечно, у них тут жесть, я скажу. Ну, на овощи сейчас уже как бы конец сезона. Очень много всего, поэтому... Ой, 15. А, они написали, что это перениал. Ой, ну красота же, да? Красота. А, ну надо купить, наверное. I like it. Красота. Ой, ну я не знаю. Но если я не точно перенял, то надо какие-то взять, да? Блин, ну а как вот понять, вот перенял они или не перенял? Примутся они в следующем году или нет? Ну ладно, сейчас куплю зелени и за горшком приду, за горшком зайду на обратной дороге. Тут какие-то конкурсы будут, вон тамада раскладывает, что-то будут макароны лепить, наверное. Так, осенние букеты. Блин, ну вот если, конечно, эти перенниал надо взять, да? Яблоки пошли, вот завтра, может быть, поедем на какую-то
ферму. Прошлые выходные не поехали, потому что такие уставшие были. Вот эти Honey Crisp очень классные. Так, главное не забыть, зачем я приехала. О, вот эти халапинчики уже пошли. Надо брать, да? Красненького купить для разнообразия. Тут эти остренькие перчики, всякие редиски, вон это брокколи. 3 рубля одна веточка. Тут вот должны быть, вот эти должны быть вкусные. Не знаю, все разные виды. Дедушка их сам выращивает. Дедушка с бабушкой, вот они. Я вот тут таких люблю покупать, вот кто прям со своего огорода фермы все привозит. Так, тут что у нас тут всякие тоже вот перчики, патиссончики, баклажанчики, капуста. О, какая красота за 6 рублей, да? Вообще класс. 10 рублей ведерко. Сейчас я сначала хочу купить этот. Вот эти красавчики. $50 вот такой вот бадья. Свеколка, морковка, перчики, чесночки, головка чеснока $1. Я тоже вот у них люблю эти перчики покупать. Ну, все-таки я не удержалась, купила. Дядька гарантировал мне, что перенял, там все перенял, ну, типа многолетки. Клялся, божился, что если не выйдут, не вылезут на следующий год, он мне компенсирует. Смотрите, какая красота, $6. Ну, это так, утром витаминку закинуть, коробочка на завтрак. Слушайте, знаете, я споймала себя на мысли, что я начала получать кайф от того, что я одна. Ну, вот хожу на этот шопинг, никто вот это на мозги мне не капает. Это начинается, когда толпой уходишь, да, тому надо писи, тому каки, тому налево, тому направо. Вот это начинается, вот эта мозгоёбка. О, надо такой арбуз купить, да? Я в этом году еще таких арбузов не ела. У меня там под столом лежит арбуз, он, наверное, уже сдох. Ух, какие тыквы, да? Тыквы. Когда один идешь на шопинг, тебе это мозги никто не компенсирует. Короче, я начинаю ловить от этого удовольствие. Сейчас кто-то посмотрит это видео, очень сильно обидится. Это правда. Не взяла я с собой сегодня компанию. Вон эти дыньки. Дыньки сезонные. Кстати, класс, дыньки. Тыковки. Слушайте, сварила суп с тыквы такой вкусный, охренеть. Вот такой вот. Что еще поснимать? Ой, вот у этой бабушки тоже вкусные эти помидоры. Ну, что-то я их в последнее время переела, наверное. Лук сладкий надо купить, да? Вот такой лук надо купить сладенький. О, свекла, кстати, появилась. Сейчас у бабушки куплю лук, свеклу. Лук, свеклу и... Ну и все. Ну, у нас там какие-то громы молнии сверкают. Может, повезет? Дождь будет? Не знаю. Что-то там такое на небе, да? Приключение случается. Соседка моя делает. Смотрите, какие букеты красивые. Сегодня свадьба у кого-то. О, smell. Wow. I cannot make smart for her because you beautiful. Know my arm. I just make one for her. Very beautiful. Слушайте, сегодня утром хотела одеть этот лифчик, бляха-муха. Видите, обнаружила вот эту ерунду. Ну, блин, хорошо, что хоть чек не выкинула. Как этот телефон? Ай. Короче, ну, самой я снимать не буду, иначе порву. А этот, да, ну, получается, как украла. Чек есть, все есть.
Тю, как хорошо, что я не выкинула. Придется переться снова в магазин, чтобы снимали. Вот же, видите, какая бестолочь работает в магазинах. Ну вот, я начала эти свои выходные процедуры. Соль, чуть-чуть орегано и в сушилку. Вот еще, наверное, хватит на несколько этих. Ну, у нас, короче, не Италия, у нас солнца нет 360 дней в году. Мы живем на севере, у нас уже осень, поэтому приспосабливаемся как можем. Ругайте меня, не ругайте, я делаю как могу. Вот, приволокла домой. Теперь думаю, куда это все сажать, а? Блин, а мне даже воткнуть некуда. Я все-таки надеюсь, что мужик не обманул, сказал, что это, ну, многолетка. Но надо воткнуть куда-то. Думаю, может, возле дороги, чтобы, как говорится, и себе, и людям. Блин, не знаю. Сейчас буду ходить думать.